что мне так-то штаны нужны. А кто на сурфе будет ДПС? То, блядь, ему ДКшников сколько? Не понял. Без напула оставишь меня? Там не нужен напул, блядь. Там каждый ДК танчит, да? Это Саджу говорит. Но он тебе хант кинет на пол. Я, блядь, сейчас на ханте еще, грубо говоря. Да-да, хорошая шутка, блядь. Час назад ебанулся в БМ, я душу не ебучу нажимать, инстинкт опять играю. И то, что успел вычитать. Хуе он ролл? Леха там пытается патч установить на дух. Всем привет. Да не, здорово. В Долоране вылетает. Не в Долоране, патч на духов не ставь. А что такое? Крашит игру из-за него. Они пофиксили. Петухи, сука. Да мне это как-то по барабану на него, в принципе. Удали патч и не будет вылетать. Они, может, сделали вообще на все файлы, которые левые, чтобы выкидывало. Скорее потому всего, что там еще есть кое-какие патчи, которые улучшают. Как там, блядь, поется-то? Я оглядываю сразу весь зал. Я вижу все лица. Все черные лица. Так, елка. Зубаражин с своим шаманом ушел с гильдии, да, я так понимаю? Да. Да. А что уже случилось? А что, у него кто-то еще есть? У него вроде еще кто-то был там. Кто входил? Это, блядь, Биг Дэм по-любому, нахуй. Не Бен Стиллер это. Это я сменил чувствительность, видимо, пиздец. Сейчас я выключу. Поставь на да, прям жестко. Кто это? Чё запал? Это твин мифика. Угу. Да, это я буду, короче, покорять эти зоны ПВП. Только научусь оттуда. Ты бросишь ПВЕ, что ли? Да нет, а какой? Да не знаю, мне просто понравился. Я вот создал такие рожки прикольные, какой-то, блин, так все прикольно. Ну, короче, ты это протопало делай. Будешь учиться танчить. Я тебе макрос дам в одну кнопку, будешь танчить. Спасибо. А хули, самая такая вакантная работа. Самая блатная. Стоишь, 1-2-3 тыкаешь, нахуй. Тебя хилят, блять, тебя бафают, похуй вообще на все. Вот, смотри, быстрый старт и смена расы снова доступны для драктиров. Только у меня не мают ничего вообще. Ни денег. Блин, вот было, сука, там вот. Че мне раньше не делали петушары? Я бы себе паладина приобрел. Ах, шкаф. Вот там Алила, чтобы усилить. Да, сейчас я подсоединю, там 2 минуты все зайду. Ну вот он сумонит, жмите плюсики. Ну прикольные все равно они, мне нравятся. У меня еще такой дракон полностью такой беленький получился. Если Вилаш убрать, надо кого-то убирать. Хукмастер? А не, почему это? Он сколько ходит. Или Invisible Sun. Значит никого, она заменит.
Ну, я предложил. Да, у него... А там танки есть? Ну, кроме Лингрена. Ну, я, народ. Получается. Здорово. И все, что ли? Привет. Есть место? А кто это? На связи, ДК. А-а-а, нихуя. А, вот и танк, да? Пиздец ДКшников. Вы что, проснулись, что ли, блядь? В какой спячке вы были, блядь? Дофига, да, ДК снимет? Ну да, дофига, ну это... Ну... Подумать, 40 тел онлайн. Это просто вторая гера наклевывается, вы не расстраивайтесь особо. Этот, значит... Вилаша, ты в Дисе там, нет? Зулджин покидает группу. Так, ну сейчас... Invisible, ты же не против, да, на замену пойти? И Вилаша, что у тебя как с игрой? Ты начинаешь играть? Помнишь вообще там кнопки там тыкать, что? Целка геру, тактику? Молчи, что-то. Это он или она, я так не знаю. Это он. А в Дискорде написано она. Хуй знает, я не шарю. Равис, ты что там флудишь? Ротар, у него пингует, блядь. Поминает. А что ты вспомнить хочешь? Ну ты это, не готов танчить? Как кнопки жмутся. Просто если кто-то там, Big Damn, Рарник, они там будут вообще, нет? Уже вопрос. Неизвестно нихуя. Надо начинать как бы. Бля, и двоих нету. Мне кажется, это вот. По одному дню забухали сначала топа, потом Хэла, а теперь вот, короче, Рарник. Ладно, понятно? Давай Вилашу возьмем. Я думаю, блять, пить-то он не должен. Так, допустим. Он просто будет танчить. Хукмастер-то он не танк. Вот. Допустим, так. Ретрик есть. Ты что, сомневаешься? Возьми на связи как танк. Можно и на связи взять. Слышишь, Ивилаш, ты что, стрим посмотришь? На связи-то ИП есть просто. Надо вторую геру делать. Надо быстрее это лича закрывать. Ну, у него ИП больше, конечно. Давай, ты посиди тогда. Позырь, тем более я ДКшник. Тогда... Хорошего танка возьмем. А не... Какого? Ну, Леху, Ивилаша. Ну... А то просто на связи у него и опыта мало, и тактик мало знает. Не знаю, Леха, мы... Леха-то старичок, помнит все. Мы докуда доходили? До Синдры? Ну а чё у него? Какой опыт? Да ладно, 8 боссов. Да ладно, я был. 8 боссов. Ну, если на связи не против, типа, у того ИП-то меньше. И он не играл сколько. Почилить хочешь на связи? А можно вот этот первый? Я бы Брин-тролль хотел бы. И а потом почилить. Потом почилишь. Все, давай. Да, если есть парик. Давай тогда так сделаем. А Брин-тролль ты заберешь вообще? Может, он кому-то еще надо в рейде? Кому Брин-тролль надо? По приору. Пацаны, есть 2 минутки отбежать, пока тут разбор? Да, давай быстрее. Угу. Спасибо. Сейчас еще панки буду выставлять. Этот Брин-тролль никому не надо, кроме на связи в рейде. Я правильно понял? Чтобы потом вопросов не было. У него там приор, если что, 20 и 39. А, ну, да, ты пониже. Ладно, сейчас я это выставляю на ДД фласки. Так, что у нас получается, блядь? Посмотрите, сколько миликов. Короче, пока 8 выкладу. 8 по 2. Ну и РДДшников сколько, ну...
Ну, примерно 10 РДД. Плюс хилы еще. Включая ханта. Так, это хилы РДД. 6 МДД. А чё, ни у кого пинга нету? У меня 600 просто стоит. 600, mm-hmm. 600 не 2000 все-таки. Вчера вообще пиздец был. Сейчас вроде нормально. Так, и что там? На связи у тебя на ХП есть банка? Да-да-да, я выпил уже. Ну, обычная. Лингер у тебя тоже есть, да? Угу. Так, ладно. Все, банки поставил. Так, рыбу ставлю. Жрем. Значит, на пул на Войда. Там вы не таунти, это самое. В лужах не стойте, но это знаете. Это, ну и давай. Как мы любим, подстраховочного призван спек не в шестого подстраховочного. Чтобы вот, восьмую пати исключишь, что? Да, восьмая пати пока на замене я вас скикну. Там будьте недалеко. В конце рейда, там, когда будет рейд заканчиваться. Это. Не забудьте плюсануть на ИП. Поставьте шкаф. Блять, сейчас я графу маленькую уроню, а то я проверял на максимал. Ранее нахер. Первак. Так, я тогда рдушник какого-нибудь уберу, блять. Или Геншин тебя убрать, или ты будешь просаживаться. Нет, ты будешь просаживаться, наверное, да? Давай вот синтек. Да, убирай аэродроник. Проблем с маной не существует. Синтек у него там, бля, охуенная мана должна быть. Так, это сюда. А чё синтек не идёт? Куда не идёт? Куда впереди? А, всё, я быстро прям. Всё, призван присумонился. Ну, короче, частица на войде, потом чё? Ну, у Лингрена, допустим, есть ревностный, самый худой у нас на связи. Значит, бидон на Войда. На Войда щит, а призен ты на связи щит и посматривай за ним. Ну, а там остальные хилы разберетесь. Да, суманите полидринка. Бухло на панде закончилось. Его вчера Лингрен все выпил, блядь, бухло. Да. Так, ну на ридже получается что, хант, допустим, пускай твоя там будет левая сторона, да? Ну и второй, кто там на рейндж, кто умеет прием? Бен Стиллер. Можно по бету ханта кулак, пожалуйста? Давай, Бен Стиллер, синтек, ты лучше это... Не, нет, это не должен... Спасибо, делать. Что за меня сказали. А кто сказал за тебя? Я ебу, что ли? Ну давай я постою. Где слева, справа? Не, ну а кто сказал, просто интересно. Ну, откуда я знаю? Ну кто называет ник, если это не ваш ник, зачем вы называете? Какой-то полурофлер. Еще раз спрошу, кто это сказал? Давайте сразу. Кто сказал? Некромантика или кто это, или Седжу? Блять, не, не Седжу. Кто сказал Бен Стиллер сейчас вместо него? Короче, смотрите, блядь, чтоб такого больше не было. Интересно, да? Крот ебучий, блядь. Чтоб такого больше не было, нахуй. Это не есть хорошо. У нас 30 человек, если там 5 человек замены. Все, давайте проверка. Не знаю, что страшного признаться, блядь. Самое главное, имейте в виду, если на шип возьмет кого-то с тех, кто справа слева стоит, то лужа может пойти через рейд. Вы должны быть каждый раз, каждой луже готовы выйти с нее. Это самое главное. Некромантика, ты тут? Встаньте кто-нибудь, второе лужу поводите. Все, там двое есть. Ну давайте. А, там есть двое уже? Ну, Бен Силлер вроде как договорились. Ну типа, если это кто-то пизданул, вот может он пойти. Только нужно, чтобы он сказал... Ну, я ничего не говорил. Я говорю сейчас, если некому, я постою. Какая метка? Печенька?
столик. Да-да, печенька пустая. Хорошо. Столик. Столик, да, сразу поставьте тоже. Берите быстрее по 80 штук этой хуйни, по 100. Все, все были готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это кривовато как-то постоянно. А где второй танк у нас? Третий, точнее. Слушай, выходите. Я рядом. Я закрыл его. Мне слайд-шоу нахуй. На связи не проебить. Ну это на связи, наверное, сказал, может это его голос был. Не, я ничего не говорил. Какой-нибудь, не знаю. На ханте. Разбивайте РТДшники. Право, слева. На ханте шип слева, РТД. Фуловый, если что, стоит, уже 10 Фон секунд прошло. А что у нас? Никому кидать дотину, что ли, на босса кровавого? ХП. А, некому. Во время вихря шипы в первую очередь убиваем. Вот это что за хуйня? Почему в кружок никто не отбежал? Сейчас звезду отбегите кто-то. Иначе он в рейде будет лужи посылать, вы с нихуя выйдите. Я ебу, блять, какие они нах. Это Сирус. Что-то какая-то вообще залупа. Ну-ка, чисто для эксперимента сейчас стрим вырублю в DC. Так. 5 плюс 5 FPS. Так-то лучше. Хотя нет, 1.4 FPS. А мы как всегда без Еры, да, бьем? Ну, блять, значит вам так прикольно. Гера с пула на ребре дается всегда. Ну, сейчас, еще разочек. Сейчас уже скоро вихрь, так что после вихря уже как встанет вопрос. Ничего страшного. На вторые проки, так сказать. Вот когда он туда передвинулся, масса рейда ближе к нему на 20 метров встает. Один человек в кружок встает. Вот. Теперь наоборот. Оттуда он сейчас в центр пойдет. Вот эти в центре быстрее шипы зерганите, быстрее. Ну ауе дайте, сука. Чуть дальше отвел. Геру нет? Да, Геру, шаман. Заебет он, блядь. Слева шип на конте. Маг в шипе. Бидон. Печенька в шипе. Ставь тотем, шалфир на ману. Выйди с лужи на ману. Почему шип слева прибежал ретрик разбивать, а РДД хуйца подзабили? Ну, наверное, пора ГП дать за это, да? Я понимаю, что у вас тоже лагает. Сейчас мы сдохнем, блять. Ну, шипы надо бить. Если их не бить, то лужи через вас будет по КД идти. Слева опять шип. Бенстиллер злобный, некромантика, играйте по шипам. У вас меч все ДПС. И остальные тоже, блять, ну, не зазорно дотку кинуть какую-то одну, там, чуму, не знаю, палец нахуй. Чтобы был какой-то результат, а то шип фуловый стоит по 10 секунд. Все нормально, они меня разбивали, я тут в шипах постоянно стою. Ебать, 140 МП. Ты когда-нибудь Вомана смотрел вообще? Я вот сейчас не смотрел. А нет, я Агро не снял. Он как вот это, как вчера вроде бы.
Хули, я потом по видео гляну, как ты сдыхаешь. Ты, видать... А не можешь ты меня обогнать, блядь. Ностальгия, просто в DC будь. Я сейчас не могу дать пати. Просто любишь ты под ебалом босса стоять, вот и все, вот он тебе пизды дает за это. Чтоб ты уже когда-нибудь научился к дверям отбегать туда, к рейду. Может, агро просто сорвал, может, ты тауну демона не нажал, не знал. А я не демон. Какая-то хуйня неведомая, короче. Надо будет по видео глянуть, как ты сдох сегодня. Да под мордой он сдох. Так понятно, что под мордой, но босс-то до меня еще не дошел, он не должен бить его. Он такое ощущение, как будто в него переключился. Там урон линканете? Линканете припал? Кто хотел? Брынья выпала. На связи ты хотел, да? Да, сколько надо ставить? Сотку. Сотку? Миллион. Он же вроде никому не нужен. Ну да. Ну поверь, а кто ниже, если есть, и он поставит бы тебя приоритет, он окажется нужен. Да. Ну сотку только он ставит, там 50 кто-то поставил. Вот пояс РДДшный хороший. Сейчас, ну можешь портоваться, и Вилаш ты тут. Давай Вилашу сюда. Школа. Плюс они там куда-то. Вот. Сейчас, подождите. Такой дорогой, да, он получается? 400 кп? Это фул, а как хотел. Фул стоимость любой шмотки 277, ссылка 25 мир. Понял. Так, притон сотка. Значит, притон первый по приору. Дальше некромантика идет. Ну, притон забирает. Блин, тролли по 120 продают вообще, если никому не надо будет когда. Там, кстати, да, история говорил, за сотку он нашел. Да, только он... Ну, вообще средняя цена 120, прям покупают за здрасте. Ну да. Кстати, кто не знал, если может, то правила в DC не читает, я их же для себя пишу просто так. Если находите покупателя, то 50 на 50, то есть 50% вы себе берете, что... Полтора месяца не нужен будет. 50% банк. Так, эта хуйня не нужна, на распыл. Сколок. Я портанулся. Ты же мне сказал портан. Да, да, да. Забирай. Только ты тоже недалеко будь, вдруг что, кто-то вылетит или какая-то хуйня. Ну, я пока БГ побегаю, потестирую. Так. Пока кикну. Так, чтобы не забыть, даже ему ЕП дать, да? Че, 300 ЕП? А потом, блядь, замену давать. А я тут в DC, если что, буду. Ладно, отменю, тогда потом все равно на замену присылать. На общую. Я бы оттуда отошел. Ну там у них нету этого. Ну заберите, че вы этого ревнителя? Его просто милики в спину могут бить. Дал мне зыбку. Вот этого бича первого добивать. Паука.
Бидон вынес. Так. Теперь расстановочка. Сука, не словить бы духа, ебаный в рот, а? Значит, Лингрен звезде. И Вилаша, значит. Вилаша. Твой моб, короче, этот, вот, с ромбика, который выходит, и который с лестницы, с треугольника выходит. Сумнить его. Так, Лингрен там, три моба, на 6-4. Так, теперь ДДшники. Звезде бьют. Два мага, два лока. Три лока. И что это получается? Хант. И кто еще там, блядь? И совы еще. А совы три штуки. Дохуя, да? Так, ну сейчас свичнем тогда одного. Этот. Меня можешь свичнуть пока. Да ты на бусе. Но я тут до конца РТ буду, если что, сидеть. Не, я говорю, это про трэш. Так, сейчас в кружке тогда у нас милики играют. Сколько там? Хведринг, Хукмастер, Хурюк. Так, это 3. Потом кто? Призан, это 4. А там их сколько? 5 плюс 3, 8, да? Вот оттуда 2 надо забрать. Значит, Вадикон и Равист. Играйте в стороне кружка. Вот вы двое. Остальные все, вот два мага, три лока, злобные, играете в звезде. В звезде знаете, да, выходит моб центральный, приверженец, вы его в первую очередь зергаете. Потом двух оставшихся так, ну, на дотках. То есть приоритетом зергануть его до того, как он щит на себя повешает. Здесь со стороны кружка, ну, мы стараемся, Вилаша, с тобой свести мобов в сторону кружка. Ну, как можно ближе друг к другу. Твои ближние... Это твой ромбик, и с лестницы это треугольник. Если треугольник идет фанатик, то даешь ЛПшку ему просто на расстоянии и ведешь. Оставь грипп на то, что он может взрыв кастовать. И если там приверженец, то даешь у него грипп. И в воздухе он, когда к тебе летит, он начинает кастовать. То есть он ходить не будет особо, начинает кастовать. Ты ему сразу сбиваешь каст заморозка разума и ведешь его. Вот пару секунд, он после того, как ты ему каст собьешь, он будет ходить. Вот ты ведешь по максимуму в кружок. Ну и, соответственно, с ромбика там твой приверженец еще один ПКД будет выходить. Вот. Ну а у меня фанатик центральный и крайний приверженец, ближний кледь. Так, по контролю друиды. Вадикон квадрат. Равис треугольники. Злобный луна. Синтек вот же, если совы в контроле. Значит, синтек контролишь. Короче, контролите сов. Это самое. То есть, ну, выключаете формы, контролите сову, чтобы не въебались. Ну и самое главное, после трэша всей этой хуйни на второй фазе не хлопать духов. Духов две штуки появляются каждые 10 секунд. Хлопок духа — это 30 тысяч урона по рейду в радиусе вот этого круга, вот который мы стоим. Очень большой радиус. Так что имейте в виду. Первый напул на Войда. И Вилаша, танчить когда будем? ПКД сиди у босса и смотри внимательно, чтобы в тебя не летел дух. Любой дух вокруг леди на 20 метров, ты бежишь. Когда леди на, танчишь. На трэш паладин быть ей, да? На трэш или Лингрен. На Лингрен. Окей, потом перекин. Да-да. Это. И мы с тобой, значит, вот я когда босса забираю, первые духа появляются, два штуки, я даю незыбку. И дальше мы просто с тобой незыбку юзаем ПКД. Ну, Лингрен то же самое, там, когда мы проюзаем свои... Вот, и Вилаша как заберешь и увидишь, духи появляются, сразу незыбку юзаешь. Можно еще, не обязательно под духа, а можно под контроль подгадывать незыбку. Ну, так, наверное, профит не будет. Ну и то же самое, шек-то на свое усмотрение просто даешь. Гимны на ХП, гимны на ХП приветствую, сушал фир ПСа самостоятельно. Ну и Геншин тоже. Так, вот рыба. Бля, пизда, Тома, холодно, не топит нихуя, блядь, суки. Так, всем будем готовы. Перчатки одевай.
Все были готовы. Пиздец, руки качаны, блядь. Качались. Так, давайте, даю отчет. Руги, две руги и две шипы еще на боссе. Ну, если еще шипешники соплю, не постремайтесь кинуть в трэш. Там, где крушок, где 4 моба стоит. А демон в трэш? Да. Чем вы слушаете? Okay. Да я открыл. Вот это я попутал ее наше, я думал, я с лестницы лепил. Под ебалом только не забегайте, кто-то. У фанатика осторожно, имейте в виду. Контролем. И обновляйте вихрь. А то притон ебанет кого-то. Вплотную босса не бейте, блядь. Контролем. Ну, за контроль тебе под мастера. Ну, на нем панцирь. Не кидается вихрь в панцирь. Сори, зря баканул. Там тоже отбегайте на всякий случай, если людей в контроль берет, отбегайте от них. Контролем. Стопайте по боссу, подождем на всякий случай. Сейчас дотки до ляма добьют. Стопайте. На ляме остановитесь. 5 секунд трэш. Ну там шалфир подбивай, остальные стопните. Тут трэш фул сыграем. Контроль 7 секунд. Трэш быстрее убейте, чтобы контроль проще было раздать. Все, фанатика забираем на вилаш. Ну, в принципе, уже сдох. Иду на босса. Контроль дайте и переводим босса. Контроль дайте и переводим босса. Full DPS по боссу. Те, кто под боссом, милики. Должны быть это. Все. Все три моба переключились. Сейчас все сразу три моба за 5 секунд залили. Повернулись. Вера. Продаем. Первая незыбка пошла. Духов бежим. Они фиолетовые такие, бежим от них, привыкаем. Все, трэш убит, фу, по боссу играем. Духи, тебя духи бежим. Следующий трэш в кружке будет. Не хлопните духа, бегим, бежим. Контролим людей, фиряем из-под босса, фиряем их. Нельзя их убить. Духи. С треугольника летит. Некромантика, ты что, блядь, не видишь, сука? Седжу нахуй. Ложимся. Он прям не появился. Антон работает, ребята, не выкидывает. Все, да. Пиздец. Ложимся, падайте. Вот сейчас я сниму, он мне не выкидывает. Устанавливайте пока что время. Я вам еще раз напомню. Три трая у нас. И это. Задача не хлопать ни одного духа. Если вы не дадите ДПСа 20 тысяч, а дадите 15 и 13 и даже 10, мы убьем этого босса. У нас хватает ДПСа. Но нужно каждые 10 секунд в течение 5 секунд бежать от духов. Надо увидеть, где они, и бежать от них. Если духи близко, вы бежите. Если вы не знаете, где духи, вы бежите. Стопайте дамаг, всю хуйню, и вы бежите. Если духи далеко, только в том случае, когда вы видите два духа далеко от себя за 30 метров, вы бьете. Я это объясняю, ну, сколько играем в эту игру, объясняю каждый раз.
вы это должны себе понять. Надо убить с первого трая, задача убить с первого трая босса, а не сидеть на этой залупе 5 часов. Как какие-то, ну, извините меня, недоразвитые дурочки, блядь. Задача не словить духа. Дух бьет 30 тысяч вокруг себя на 20 метров. Он убивает. Один человек взрывает духа, умирает 5 человек. Если так будет по КД, мы на этом боссе просто будем сидеть. И нихуя веселого не будет. Поэтому сожмите булку свою, блядь, и сыграйте нормально. Побольше мандража, побольше движения лишнего, но вы должны отбежать от духов. Бегайте постоянно, милики, крутитесь. Не стойте в одной точке. Моделька в модельке, вы мешаете друг другу. Съешьте какое-то уменьшительное говно, если оно у вас есть. Сделайте так. Бейте на максимальном рейдже. Лучше не бейте дух. Не бейте босса. 5 секунд не бейте. Посмотрите, где 2 духа. Потом 5 секунд бейте, ровно 3 ГКД. Потом опять отбегайте от босса. Вот. Но сыграйте так, чтобы духи не хлопались. Ну и сейчас на первой фазе, когда трэш бьем, поактивнее в трэш и... Возможно, будем за 3 трэша переводить, или за сколько мы... И за 2, блядь, за сколько мы переводили. И заходите быстрее, где вы там? Интерфейс, камера, максимальная дистанция. Сейчас у меня лаунчер устарел, пишет. Ладно, так и быть, сейчас я тоже попробую зеленого духа включить. Оно, конечно... Привычно уже. Сейчас я вроде загружаюсь. Не знаю, если выкинет, ну значит пиздец, не судьба нахуй. Ну патч охуенный. С ним, блять, в натуре нельзя проебаться. Если без патча, ну... Если без патча рискуете играть, то это... Вот, ничего не выкидывает. Нормально. Так, Лидринг тут. Ебать, 23 косаря нахуй задержки. А заходишь, она вечно, блядь, такая херня. Сука, пусть удаляет этих ебаных драконов. Натуре, блядь, хуйню создали нахуй. Скоро еще создадут каких-нибудь пауков, нахуй, тарантулов, блядь, орангутангов, нахуй. И пиздец. ПС будет в минус, нахуй, уходить. Я хотел сказать винтиров. Ну да, что-нибудь такое, я не знаю, блядь, как их называют. Кретинов и так далее, вот эту всю хуйню, блядь. Небинарных персон. Версия клиента устарела. Так вы обновите вначале патч, блядь, а потом... Да, он буквально вот сейчас перед... Я сегодня качал, вот заходил, это, 10 мегабайт я качал. Да, он за 10 минут до рейда. Там как раз, да, там... Обнову, ну, там маленькую какую-то. Это быстрый старт на драконитов на этих. Ты ебал нахуй этих драконитов, блядь. Хуйню игру создаю. Игру испортили. Ты, блядь. А что, у нас ни одного нету? Вроде рерас еще не работает. Заработает. Мне какой-то челик рассказывал, что это, говорит, все эти мобы, все НПС, которые тут стоят, это, короче, какая-то одна моделька превращенная только. То ли, блядь, кролик какой-то, то ли чё, блядь. А, то есть все невидимые в основном? Не, ну типа берется, ну это, грубо говоря, как кусок глины берется и с них лепится эта вся хуйня. Добавляются функции, обилки им, блядь. Вся вот эта параша, лут, респаун. Прописывается, блин, блокноте. Что там у тебя, Хулидринг? Ползу. Вроде и патч поставилась и прогрузилась. Че, Хулидринг, скорее всего, сегодня доберет этот шайм? Ну, да, если мы здесь не обосремся, нахуй, на этой ебаной скелетной бабе, блядь. Так что имейте в виду, лучше проебите ДПС,
Там есть люди, блядь, которые за ДПС. Там хватает ДПС. Ее убить. Доберсы. Просто не хлопать духов надо. Хилы работают, все нормально. Видите? На синдре ты так же говорил. Ай, блядь, там вообще. Там нехуй убивать, нахуй. Вот поверьте, блядь. Это надо просто пройти. Смотря что было по обычной 25-ке, из-за этого и не убивает. Ну да. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Кого живут? Злобный, ты там в отражение не кастуй, а, или что тебя хуярят? Надеюсь, это не это было. Контроль. Ну вы сами, да? Я думаю, совы в принципе видят таймер контроля. Так что я вам не буду говорить. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Коль тебе пизды дам. Фульдринг обновите сейчас. Может кто-нибудь из паладинов поставить защиту от тьмы? Я чуть не вижу ее. Вроде нет. Может он в контроле был. Да, поставьте защиту от тьмы. Потому что когда берет его в контроль, на него не будет аура действовать, а на рейде она нужна. С фанатика диспельте, пожалуйста. Кто там призван? Диспель, он один тут. Вот я его грипнул. Диспель, пожалуйста, с него хуйню. Так, выводим. Охуенно, Шектор стан мне дал лужа. О, нихуя. Что, Вера? Сейчас только я, ну, на пуле тиновой, да? Мы нажми глыбу, там что-нибудь хуйню сделаем. Спирит. Убивайте трэш. Сейчас реснем. Так, призан встал. Вадикон резай Седжу, а злобный резай Хулидринка. Духи, бежим возле леди. А, он же взорвал духа. Ладно, не резайте ничего, не тратьте БР. Падаем. Падаем, значит падаем. В духа можете входить. Вот же, ну ты что, не видишь? Духа. У тебя он зеленый вообще? А, видите, они зеленые. Значит, Долоране с этой хуйней выкидывает. Долоран, да, пиздец, он, я уже перебрался Долорана, он там лагает, пиздец какой. Заходите быстрее. Второй разминочный трай закончился. Сейчас будет третий, последний. Капоты не пьем. Ну вообще поты мы договаривались на квартальных, на Лану, Профа, Синдру и Лича. А, ну пот. Чем могу быть полезен? Тут основное вон духи. Поты от духов не спасут. Надо от них отбегать. У кого там патча нету зеленого этого, скачайте, поставьте себе. Их видно очень хорошо. Их нельзя взрывать. Они летят на одного случайного человека. Вам нужно понять, на кого они летят. Точно убедиться. И это очень часто будет происходить. Это каждые 10 секунд. Вы должны точно убедиться, что дух летит не на вас. Как только вы в этом убедились, дальше спокойно вы исполняете свои обязанности.
Рыба стоит. Где муфик? Мупхик. Ты где? А тут ладно. Сморщик, да? Ну вот, это по-английски двойка. Ну хули двойка, у меня пятерка, нахуй. Я заметил. И же специально коверка. Гаслопата. Как правильно будет? Муфик так и будет. Понятно. If you talk about me, I'm a PMP. Plus, I have got a magic stick. Да-да, magic. Magic. Еще ламп и лэмп. Скажи, две разные школы просто. Кукумбер. Каскукуак, пэт удайте. Этот. Я не знаю там какой пэт. Наверное... Ну, у него еще ящер, он бегает. Где-то в полипавере, наверное, есть у этих... Ну, если через поле павер бафаете, то должно бафаться на пэт автоматически. А если через поле павер? Ну. Я бафал, вроде как-то там бафается вместе. Бафается, но он в поле павере эти петы багуется. Дринк, внимание. Блять, он разъебет вас. Уже. Ну где вихрь-то? Синтек. Добивайте. Выебать. Милики, остальные добивайте. Че вот эти пидоры кастуют? Вот щит на нем почему? Вот же реса и синтек. Ну быстрее, ну ебаный в рот. Контроль секунда. Трэш еще живой. Ледринка, законтрольте. Обновите вихрь, понял? Он бабл нужен. Ровист, рес и пэс. Нет, не рес и ровист. Там синтек рес. Хоть говори, блядь, ну... Трэш секунда. Этот 10%. Призен, диспели эту хуйню, пожалуйста. Но она фул провешивает. Он просто, ну, нахиливается на фул. Стопайте дамаг. Ну там лям, стопайте, уйдите от босса. Стопайте, отвернитесь. 10%. Уйдите, уйдите, уйдите все. 700 тысяч. Сейчас зергайте, трэш. Можно было, конечно, да, переводить. Да ебаный мудак, нахуй. Будешь идти ко мне или нет? Милики, вы, ну, можете ему сбить каст, да подводить его сюда. Мобы-то на ней в розницу бьются хуёво. Забирай фанатика и Вилаша. Контроль закончился, босса переводим. Роги возле босса, если будете под боссом, на пул дайте, когда мана у него кончится, то она вас убьет. 100 тысяч. Все, на Войда на пулю. Три моба вышли, весь рейд сначала их зерганите, потом босса бьем. Геру можете дать сейчас. Spirits. Духи появились, отбежали. Возле леди два, между трэшем и леди. Сэджу бегает. Контрольте, расфиривайте. Новые духи, бежим. Каждые 10 секунд они появляются новые, бежим. Следующие напылы все на Вилашу. Вилаша набирает ротом.
во второй, в принципе. Держись вторым, старайся. Дух в центре. Двигай типа КД. Следующий трэш в кружке. Да, потихоньку двигаемся. Бежим, духи. Прям в леди дух милики. Все, навилашу. Трэш вышел. Все помогли, трэш. Все помогли, трэш. Быстрее. РДД кинули по сопле туда. Трэш. Духи побежали. Вилаша, не зыбку дай. Контроль хули дринг. Духи возле леди, съебываем. На пул, на войда через секунду. Все на пулы, на войда теперь даем. КД на пул, на конце. Дох под боссом. Ушли, ушли, съебались. Быстрее, быстрее, быстрее. На любом может быть. Тут 10 человек вокруг. Следующие духи 3 секунды. Дух в центре. Вижу. Следующий трэш звезде. И вот еще к леди подбегается от колонны. Все, помогли трэш звезде. Все РДД, трэш звезде, быстро. Зерганите и бейте дальше спокойно босса. Духи из центра летят. Контроль расфириваем. Лингер дай массакру. Расфиряйте это из-под босса, не зауешьте своих. Блять, отведу нахуй. Синтека сейчас убьете нахуй. Помогите там, мапа. Главный бэйрю, синтека. Хорошо. Так, под босса летит дух. Сейчас он исчезнет. Все. Следующий трэш в кружке, готовимся. Дух в центре, съебались. Два в центре. Летят туда, в сторону это, звезды. На пулы на Вилашу. На пулы на Вилашу. Митик по синтеку СС. Дал мне зыбку. Трэш помогли в кружке. Дух возле леди, съебались. Полидринка, законтрольте. Законтрольте. Не убейте. Расфиряйте, не убейте. Все, убили. Сейчас. Два сапрота по тебе. Сейчас подумаем, что делать. Spirit. Вадикон, резай топу. На пул один раз на Вилашу и все остальные следующие на Войда. Spirit. Топу захилить, быстрее, быстрее, быстрее захилить. Под боссом дух, милики, бегите. Spirit. Так, у кого под есть боссом. Под боссом дух. Бегите. Один на лестнице, один под боссом. Вилаша, не зыбка откатится, сразу давай. Ага, нормально. Дух, возле босса бежим. Бежим, бежим. Контроль, расфиряйте два человека из-под босса, расфиряйте их. На пулы, на войду уже. Трэш, помогите, забейте. Трэш. Два духа возле леди, прям уходим, миллизона вся. Уходим в сторону звезды. На пулы, на войду. Шестер у тебя есть? Вот, хульдринка кто-то резал. Я скидывал до этого. Все, ну там по КД дальше даем. Все, духи бежим. В центр летит дух. С двух сторон. Следующие духи за леди, за спиной. Бежим, и в центре стоит. В центр летит в тотему. На пул на войда. На хукмастера со льву. На хукмастера со льву, любое тело. Дух возле леди. Убегаем Мелизона. Бежит звезду. Бежит звезду дух. На хукмастера быстрее со льву. Ну есть что-то, сука. А, вот. Хильте хукмастера. Вот я забрал. На пулы на Эвилашу. На меня дух летит. Трэш, трэш, ребят. Помогите трэш в кружке. Все в трэш в кружке сыграем. Массакру, любую, какая откадешивается, сразу даем. Трэш в кружке зергайте быстрее. Незыбка там, секунд 5, наверное. Все, дальше по кругу идем. Двигаемся сразу. Дух в треугольнике. Центр летит, убегайте. Еще один там. Сейчас они остановятся. Все, новые духи. Уходим, уходим. Кто там кастует? Сова. Полидринг в контроле. Так, дал мне зыбку. Звезду бежим трэш бить. Это последний трэш, который будем бить. Дальше будем босса добивать. Обновляем контроль. Следующий на пулы на Вилашу все даем. Гим на хп шалфир дай. Какая-то хуйня. Ну, на всякий случай. Просели, да-да-да, нормально гим сейчас. Трэш вот это последний добиваем. Духи бежим. Здесь босса начинаем добивать. Просто 10 лямов хуярим. Фул по боссу, следующих духов больше бьем. Один еще. Дайте Геру, кто падал, будут бить больше. Контроль, давай. Ой, не зыбку, давай, Вилаша. Под боссом дух. Злобный взорвал. Бежим, духи новые, бежим от них. Не надо, злобный не взорвал. Все видел. Полидринка, законтрольте. Расфиряйте холидринка, обновите. Койл по нему, стан дайте какую-нибудь хуйню. Духи бежим. В кружке дух. Все, фул ДПС по боссу. Трэш не бьем, просто босса бьем все. Ледринг на ту сторону там аккуратненько перейдешь. Он с трэшем перейдет, смотрите. Ну или не перейдет, похуй.
войско дашь там хурюк в той стороне, в звездочке. Все, духи новые, бежим. Шектор, давай массаку. Геру можно сдать? Да, все, там лям. Гимны на хп кастуйте для красоты. Вот обязательно я должен был сдохнуть. Ебаный лук, сука. Сколочи. Так. Посох кто будет собирать? Уфик, у тебя же есть. Нету, я его не брал. Нету? Ну да, я его не брал, потому что у меня не было конца там. Так, ну тогда. Ну, об этом было. Тогда бери. Иди сразу квест возьми, чтобы кровь лутануть. А где? Доларане. Где квест? Где квест берешь на чудовище? На трансмок могу забрать. Трансмок. Дэвид, вот это топор. Топор поставить. А ладно, так. Есть кому надо, отдам. Там на первом этаже портал Доларан есть. Там у входа портал. А, точняк, точняк. Спасибо. Так. Я бы взял на транс. Кого, вот эти штаны, что ли? Они же кольчужные. Не, кожаные эти, плечи. А, я топи дал. Ну, парольте с ним, если кому нужнее, я хуй знает. На транс. Кольцо, крит, дух. Я первый сказал, того и плечи. Зачем тогда говорил, могу отдать? Ну, тебе что ж на транс? Да, давай ролл кинем. Нет. Ой, идите в жопу, блядь. Я лучше бы этого... Я не хочу этого говна слышать, блядь. Ой, ты в следующий раз на распыл кидаешь. Какой же кринж. Осколок. Кому там отдать? Я отдам эти плечи. А где оно там в Долоране? Что-то не мог понять. Да, блядь, где квест на... Квест на ГМ. У Ронина. А он не знает, что такое Ронин. Говори квест, где на чудовищ берешь. Понял, да? Все понятно. Ебать, бой нахуй. Сколько у тебя скоков? Три осталось? Два. А, нихуя. Ну, сейчас, короче, смотри, с кораблей один и с сурка один, и будет шем. А дальше кто у нас будет? Травист. Тебя можно уже вычеркивать. Стопудово два упадет. Не каркай, сейчас вообще не начинаю. Не каркайте. В прошлый раз с 8, блядь, 4 выпало. Пошли на корабль. Так, ну Вилаши, на нашем останешься. Я туда полечу. О, мне Лингерну в ДД, да? Да. Или на крайняк остаться в танке. Да не надо, будет ДД. На нашем корабле пускай вон Лингрен и топа будет, а остальные все туда. Так давай мы в два ретрика останемся. Хотите, как хотите, я хуй знает. Чтобы вас там не шотнуло. Вы подъехали на корабль? Подъезжайте быстрее сюда. У меня, блядь, оборона черепного вала выполнена, блядь. Болезненная задача, нахуй. Ну где вы там, ёбаный в рот, Бен Стиллер, блядь, хули? Чё за хуйня? Чё за ФК, блядь? Испугался. Уфик, ты взял квест? Да, да, взял. Чё ты молчишь? Где квест? Да он на посох. Понял, там где ты берешь квест на ГМ, ГМ обычку вот это и коня вся дрочь. На Стража Азерота, который. Да, на Стража Азерота. Я, короче, запустил. Ты хочешь сказать, ты не взял квест еще, что ли? Да, взял. Не, а что ты? Ну, можешь уже не принимать, тут уже этот корабль полетел. Наверное, ты упадешь куда-то вниз. Можешь принять для прикола? Можешь протестить. Не, давай, ну, когда долетим, пусть попробуют принять. Да ладно. Да он суманется на то место, откуда его суманули. Это Сирус. Все что угодно может быть. В другое измерение попадет. А, паладины, дайте касочку. Сразу к Лане попадем. Сразу на небо мы попадем, нахуй.
И там на этот пристабаф можно. И там на небе будет и пристабаф, блять, и ШМ, и вечный холод, блять, и Волонир, блять, и Т6. Ну еще распутные девки. Займите там пушечку, у меня какая-то фигня, я уже у сурфа стою. Короче, полетел. Летите на тот корабль. Маг через 5 секунд. Короче, я не знаю, 3 или 4 мага, сколько считать-то нахуй. 3 посчитаем, посмотрим стаки. Призван за локал бегает на месте. Бидон, я смотрю, уже обрыгаться успел. У нас одна пушка забагалась, она стреляет дальше. Да, но она рада не набирает. Я очень рад. Это значит, кто-то тыкал на пушки вдвоем нахуй и забагал пушку нахуй. ГЦ, блядь, поздравляю. Леха, кинь по ним каску. По пушке. Бог, поверни ее, да и все. Шектор, как хочется уже целка за один день проносить, да? Да-да, не говори. Но не скоро. Пиздец, не скоро. Это надо все это отъездить, всю эту тактику. Хотя бы 12 из 13, да? Да, вот. Джанет там тоже нехуй делать. Ну, не надо посидеть. Ну, когда, сколько там, полтора месяца ты пятый контент, вот там начнем, может быть. Ну, так, скорее всего, и будет. 5-2 куска, и там уже проще будет с ДПС. Ну да, да, там скорее всего как раз за сутки. Вот этих будем. Всяких 8 тысяч там не будет, у людей 10 тысяч, 13, будет хоть может 18. Там выше будет намного, да. Его за нерфят Т5, сказали. Его да, реворк полностью. Да понятно, что его переделают. Пускай переделают, потом... хуй вообще. Я надеюсь, там так реворк, ну что, 30 тысяч минималка будет. Там и 20. Слышишь, и пусть тоже с 25-ки делают по 6 штук, чтоб подал. После этого мага, да, кстати, забеседе. Это... Вот после этого мага улетайте, идите уже улетайте. Кто там, милики? Я сейчас готовлюсь улетать, стаки скидывать буду. Пол хп еще даже не снесли кораблю. Все, я улетаю. Надеюсь, там никто не остался. Сейчас он скинет. Ценник на красный полирон сколько сегодня уже? Сколько? Вчера 21 был. Все, летите. Я по 30-ке продал 2. Опять кто-то скупил, блять. Я так понял, полироли выгодно фармить самому, да? Ну конечно. Пока торговать, блядь, месяца 2-3 еще имя. Потом упадет цена хоть до пятнашки. С чего она вообще упадет? Мне кажется, ну, у кого не... есть голда, те за... Займите пушку, я вместо скинула. Какую пушку? Пушку Рависта. Левая самая. Можно его еще резнуть. Забагалось. В нее сесть нельзя. Ну мы это рост даем. Я знаю, почему вы падаете с пушек. Вот вы. Ничего не хочу сказать, конечно, блять, но вы когда заходите на корабль, вы ставьте себе на какую-то кнопку ранец, чтобы у вас палец лежал на этой кнопке нормально. Если вы вышли с пушки и вас скинуло взрывом, вы должны нажать эту кнопку и телепортироваться взрывом, ракетным ускорителем на свой или на чужой корабль. Ну, так как вы эту предосторожность не принимаете, не делаете этого, вы падаете как бичи. Как бичи, блять. Слушай, нахуй. Кстати, я сейчас книжку читал на работе. Называется «Охота по следам золотого идола». Там, кстати говоря, расшифровка слова «бич» приводится, нахуй. Бывший интеллигентный человек. Да. Или, простыми словами говоря, человек с темным прошлым.
А что будет, если Мурадина убить? Есть тут бичи. Не убьешь. Конечно, один есть надо. Останется. Один хп останется, пиздец. Так, кровь вампира, короче, отдаю. Хильти сейчас посильнее. Бидон ставь тотем. Шалфир на ману чит они. А, уже было. А, у него только ДНА. Только что сдал. Короче, это... Вы добьете дамага или что нахуй? Давай мне каплю, кто там? Шектор, давай массакру, сейчас я сдохну уже нахуй. Ебать, тебя пробивает нахуй, сейчас ты сдохнешь. Ой. Быстрее зерга тебе. Ну, блять. Я хуй знает. Ну, сейчас, короче, я незыбку свою дам. Все, в пизду даю незыбку. Быстрее, мага, быстрее, 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 быстрее. Блять, еще быстрее. Ну что за хуйня? Че так долго? 3 секунды незыбка. Хуй знает, походу сдохну нахуй. Все, улетай. Достреливайте, достреливайте быстрее. Ладно, улетел. Но меня все равно портануло. Так, меня интересует ДПС с рука сегодня. 400 тысяч не даем. Расход нахуй. Если перед полом смолять меня за 30 секунд. Так что, сегодня 4 босса, да? Ну, блять. Да я угораю. Не, ну так ты. Это чтобы Костя Holy Drink шеем не собрал. Злобный, я не знаю, злобный от тебя 18, жду минималку. Геншин, если что, в шп спекнулся. Геншин, шп. Вас Равис сожрет тогда. Синтек тоже спекнулся. Вот я, кстати, не знаю, втроем они захилят. Ну, ладно, захилят, надеяться будем. Там, в принципе, мы били. 4 метки бывают. Так, смотрите, инструкции следующие. Сейчас немножко поменялось. Откуда ты ждешь от меня 18, если у меня сменилась только труба? Ну все, значит, смотри, вот два каких перстня прекрасных. Вот сейчас один зарулишь, и будешь уже 18 давать. Не, мне перстень за нож, который меткость дает. Сколочек. А то у меня меткости не до кап будет потом. Осколок вижу. Так. А чё это, блять? Шелфир и Шектор. Шелфир и Шектор. Получается. Ну вот осколок. Сколько его запуск босса, блядь, шарит-то? Минуты 15. Мне нужно за 30 секунд, чтобы меня засуманили. Это маг говорит, Бэтстиллер. Я не знаю, кстати, пройдет по тебе сумон или нет, бля, это будет хуёво. Так ты же здесь стоишь. Ну, мы же не в бою, значит, пройдет. Не, мне нужно, чтобы меня засуманили, я баф полутаю. Рано. Скажем, когда 30 секунд до боя будет. А чё за баф? Покажу. Вот. Чего? Это одеялка. Короче, мне на работу надо срочно метнуться, я не смогу на замене сидеть. Хорошо. Я тебе дам тогда за 3 босса. Все, хорошо, спасибо. Нужно по пэту ханта ящеру каску бахнуть. Вот так все должны делать на замене. Вот это молодец, красавчик. А можно комп к телефону прикрутить? А можно еще бутылку с собой в рейд брать, чтобы не отходить сать. А можно еще в комнате курить. Бля, я вчера подумал присесть, но ладно. Тогда уже не бутылку, а горшок. Так, вы шкаф поставили, да? Да, поставьте новый шкаф. Жите только, пожалуйста. Ладно, проверка, как нажмете да, я буду запускать босса. Дайте каску попытку. Ханта. Быстрее уже, давайте каски там. Только да, нажмите, блять, чтобы я запустил. Вот все готовы, запускаю. Нет, спасибо большое. Так, отсчет. Минута. Где расплыло, минута 15, да. Так. На 30 секундах тебя сумонить. Угу. Это смотрите. Я тебя засумоню, сам примешь, тебе скажут, когда 30 секунд. 40 секунд будет. Окей. Значит, бидон, отжи и шектор обязательно стойте на рендже. Я уже понял после того раза. Вас и еще, давайте посерьезнее. Вот вас пизданут мобы. Если пизданут мобы, это будет хуево. Это минус ДПС, минус ХПС. У нас 3 хила. Хил не должен умереть от мобов.
Так что теперь будут работать на пулы. На каждой пачке трэша роги даем на пул. Принимай сумон, Бенстиллер. Роги даем на пул, хант тоже. И точно хуярим. Unlock моб с бафом. Так что имейте в виду, это может повлиять, кого-то просто убить может в мини-зоне. Холидринг, стан и Лингрен тоже станы вам прописываете. Спонтанные такие. Там точечные только. Да, точечные. Вот на это. Одного. Да, да, да. Это будет хорошая помощь. Вот видите, они выросли. Это значит, это хуёво. Значит, надо трэш быстрее как-то наубежать, заливать. 4, 3, 2, 1. Вилаш, тоже подгадывай лужу и старайся мор, чтобы через боссов кинуть всех 5 мобов. Какой-то шанс был. Ну и ЛПшкой там поглядывай на них, тех, кто бегает свободно. Ебут. Вообще не повезло, блин. Ой, с этой сметкой. Лучше на меня, чем на тряпку. Ну, Генши ненормально, вот хил есть. Там ходки друида его поддерживает нормально. Блять, КД нахуй. Трэш хуярит, будь здоров. На синтеке. Ну, синтек не тряпка. Так. Еще добавка. Бидон, ставь тотем, Геншин гимноману. Да ебаный в рот, блядь. Бидон и нарзабион. Злобный синтек, ладно. Вставай быстрее, захиливаем. Убав паровисту, каску, лапу, приставал. Вот по Эй побольше внимания. Меток-то оказывается дохуя, смотри. Я говорил, будет много. Было 4 хила оставлю. Ладно, хорошо, сейчас как-нибудь на гимнах. Так, хорошо, тебе. Ложитесь. Не, так не получится, значит. Значит, надо получше играть в трэш, замедлять трэш, примораживать трэш под боссом.
Ну, ложитесь, стопайте дамаг. Вставай спиной к боссу. Подбегите все в черепок, встаньте спиной к боссу. Босс отхиливается, когда метки умирают. Уже его не убить. И берсантом полторы минуты. Сейчас в 4 хила будем. Я вот думаю, кто лучше будет, Синтек или Геншин в хиле. Ну, Синтек 14 дал дамага. Синтек 14, но Геншин у него уникальная хуйня. У него 3% на рейд. Еще щитки хорошие. Мне кажется, Геншин лучше будет, да, в этом. Ну, в плане полезнее, что метки не проебать. Ну, там трэш надо заливать быстрее. Ну, сам... Трэш надо заливать. Давай посмотрим. Он ебет, он очень больно ебет. Давай теперь разберемся с трэшем. Кто конкретно не играет в трэш? Так, Хурюк 295. Песа 170. Шелфир 240. Топа 250. Муфик 239. Притон 0. Вадикон 250, Хукмастер 240, Бенсиллер 270, Равист 300, Призан 0, Седжо 50 тысяч, Злобный 400 тысяч, Геншин 100 тысяч. Короче, сейчас уже так не получится почилить, как вы привыкли. Сейчас будете играть в трэш еще больше. Хила будет 4. Есть 370 тысяч, Хант. Можно сказать 0. 20 тысяч это 1 тычка. Так что, надеюсь, услышали меня. Сейчас такого не должно быть. Не пульте, главное, самануть надо будет. То сейчас в рекаунте я увидел, такого не должно быть. Вот если у тебя 20 тысяч по трэшу, ты, получается, хуй забил, да, не напуливал? Я же просил напуливать и тебя, и двух разбойников. Они далеко стоят, когда начинается напул. Они дальше, чем идет у нас вверх клинков. Не, это понятно, но они же возвращаются. Ну так тогда да, можно еще напулить. Вот как они возвращаются там. Спулили. Ну, заебись. Четко. Че они там сделали? Спулили босса. Ага, молодцы. Так а че вы убегаете-то? Падайте, ну. Прыгайте с обрыва. Куда бежать? А че? А как можно его запулить? Вроде РЛ. Там уже питомец вроде или че? Не, он активный. Стоит на лестнице. А, точно, я забыл, блядь. Мы же вайпов давно не видели, да, на нем. Короче, смотрите, ну, это кое-кто из администрации исполнил мое пожелание и сделал Сурка таким, какой он должен быть. Босс вызывает трэш, и этот трэш вырастает, по-моему, через 10 секунд примерно. То есть небольшое количество времени дается на то, чтобы его зергануть. Трэш надо примораживать, замедлять. Максимально быстро его надо обдотывать всем, кто может. Вот все ДКшники, которые в рейде есть, и Хукмастер, и Хурюк должны доты раскидывать. ШПшники, ну, ШПшники вряд ли раскинут, так как они могут на одного только кастовать. Ну, не знаю, на два моба пальца хотя бы кидайте. Или на одного попробуйте, там уже в зависимости от того, как быстро они будут умирать. Так что в трэш надо играть. Хант обязательно не 20 тысяч. Именно да заманите перед полом. Я спекнулся первый день, не ебу, что происходит. Чесноку после орка пойду в кувар взбиваться и обратно я могу сделать. Хуйня какая-то, БМ. Рыбу поставил. Ну да, ДПС 14 тысяч полная хуйня. А что, нету спека, который 19 дает? ДПС 360. Это ВПшный спек остался тут. Да, параша. Пойди из сурф, он хорошо зайдет с разрывными выстрелами. Не, зря ты так думаешь. У него же разрывные, все на соло таргет будут. В общем, переключаемся в режим трэш. Сначала трэш, потом босс. Вот, Бенспиллер, принимай. Хукмастер с этим, с Хуриком, разделите лево-право. Ну, Холидринг с Лингрен тоже. Фулбаф к магам дайте. Тут тоже будет не лишним. Стан дали, там можно и таунт отдать, чтобы он не пошел, наверное, чтобы не делал. Я давал и таунты, и станы. Нормально. Только ебет трэш нихуя. В общем, присматривайся, Хант, какой именно трэш, какой ну, который выбегает. Да, заметь, где он спавнится, он в одном месте 40 стоит. Так, проверка. Только на боссе ничего там не тыкните, никакую вертушку, потому что он запустится сразу при атаке. А, поджать можно, да? Ну да, жрите быстрее. Вы что, не пожрали еще?
Go в темпе уже. В темпе тебе уходить скоро надо. 4, 3, 2, 1. Кстати, это все, конечно, заебись. Но кто из вас в ДД спек... в хила спекнулся? Я спекнулся, я ничего. Ты его забери, Вилашич, он меня бьет, но мне метка. На синтеке нет метки, только я вижу. Давай на ее кидай. Да ладно, на нем есть как раз. А, что-то не вижу. Я не вижу на нем метки с рука. На мне нету метки. Это... Да мне написал. Ну, а, это какая-то хуйня вон на ее. Значит, меня это на ее и на войде. Баганулся он, не знаю. Ну я думаю, я не сдох. Ну, мне тоже показал, но на мне нету. Вот, сука, пиздит. Да. Смотрите, метку не проймите, он там сразу на 5 лямов захилится. Кстати, трэш очень важно убивать быстро, потому что каждый удар трэша добавляет боссу ярости, на которую он метки кидает на сотки. Сейчас он забагался. На Геншине метки. Мама, зальете бы сюда.
Бидон по мане просто. Ставь тотем. Да, и бидон тоже. Пысса, дал бидон. Пысса на ману. Так. А вот же мет. Так, значит, ты, Вилаша, готовься. Давай не зыбку, Вилаша. Шалфир на хп читай. Трэш заливаем. Шектор, давай массакру. Дал массакру? Да, да. Ты дал мне зыбку. Шалфир на хп читай, завершительный. Я прочитал. А, ну, все нормально. Так, получается 340 тысяч. Шалфир первый по ДПС. Воля гер. Осколок. Воля анрол. Эпич. А, топа нихуя, чё у тебя 9000, это за хуйня? Не знаю, мне что-то багнулось, блять, мне ДПСа вообще нету и все. Игра в трэш? Я играл в трэш, но мне должен из-за этого больше наоборот дать. Потому что я переводил. Нет, там конкретно. Там конкретно тебя либо выкинуло, либо что, у тебя 180. Нет, я нормально, я весь бой ДПСил. Нет, ой, ну, то... нормально, да, я сколок, да, я пойду. Я лопнусь, какой-то пиздец. Нет, там какая-то, там, блядь, такое ощущение, как будто ты вылетел. Ну, 9180 трэш. Нет, я серьезно, я весь бой, ты потом даже глянешь, блядь, на видео. Ладно. Что я был весь бой. Я этого ММ обратно сделаю, сбегу. Да-да-да, делай. Завоеватель. Завоеватель, рулите. А там воля будет это по приору, блин? Ну, сейчас посмотрим, кто он. На ММ я бы спиздил. Так, ну, может, ты поломался, у тебя броня не красная? Нет, все целое, я вычинил. Лингрен. Так. Завоеватель обычный надо кому-то? Обычный бесплатный, если что. Ну, селфиру дал, короче. Воля, смотрим, кто ролит. Топа, тебе воля не надо? Нет, мне не надо воля. Равис, ты уверен? Блять, я весь поломанный. Ты же сова, Равист. Синдром Дрейда. Это все хорошо, но ты мне сказал, что у тебя кота нету. Как насчет этого? Это Попрошу. Синдром Дрейда. Не, я это все понимаю. Это все понятно. Ну вот сейчас смотри, следующий хант. После него покупался. Я бы взял прям конкретно. Так у него мейн сова. У него мейн сова. Вот. Все. Ты поймешь, там открыт. Так что. Так что. Тем более ровисты следующий на посох. Так что это самое. Ханту закину тогда. Здесь так. Вопросов не будет по этому поводу. Ну, потом воля это как мусор уже будет, ее все полутают. Она уже сейчас такая. Так, ну, значит, это ханту. Тебе отдалось? Если есть танк, пуляйте, трэш. А, блядь, надо в хила. Ебать, 268-й, блядь, стал. Из-за воли? Волю и запы надел. Это, отойду пару минут, пока там, видите, собак этих всех. Вот меня тут звали.